Так, короче, давай, выходи из компании. Стрела назначена. Всем привет, с вами Дон Твори, и сегодня я договорился с этим школьником встретиться. Да, я нашел его благодаря своим подписчикам. Спасибо вам большое за то, что вы активно пишете в комментариях, помогаете мне ВКонтакте и ставите огромный палец вверх. После 30 тысяч лайков я пойду записывать уже с ним встречу. В общем, дерзайте. Чё ты там, школьник? Сам ты школьник, мать твоя школьник. Короче. О, обидел меня, господи. Я вызываю на бой тебя. Вообще-то я тебе и сказал, чтобы... Какой бой, что ты несешь? Я у тебя скайп попросил, чтобы побазарить с тобой, чтобы с тобой встретиться. Мне интересно посмотреть на тебя, возможно, твоих батей. Я с тобой встречусь, я тебя убью. Я тебе город и адрес напишу. Тебе ручку дать? Ну ты, чтобы меня на листике убил, не надо. Там, в крестиках, ноликах, не знаю, в чем там. Только попробуй. Зарежешь меня, проткнёшь. Я тебе ебальник начищу, тварь. Как там таким, как ты, живется вообще? Нормально? Нормально. Люди не избивают, не гнобят? Нет. То есть нормально? Мать твою гнобят. А парень где твой? Мы с ним расстались, ублюдок ты конченый, блядь. Че ты обзываешь, че ты агришься? Ты точно так же будешь на меня орать, когда мы встретимся? Да, я буду тебя просто битой пиздить до потери сознания. То есть ты смотрел мой канал? Ты знаешь, сколько ролик набрал просмотров? 1 000 000, блядь. Я видел, сука. Ну, и новый наберет. Тебя ж можно будет снимать? Если этот тролль... Ты что, снимал меня? Я сейчас снимаю. Блядь, ну ты, конечно, тварь. А ты что думал? Ну надо же таких, как ты, проучить. Давай с тобой встретимся, давай, давай. Чё, давай? Давай встретимся. Чё ты борзый такой? Ты думал, я тебе вертушкой не кину? Я же тебе сказал, господи, давай встретимся, ты мне адрес свой кинь. Сейчас кину в ВК. У тебя дом сломался. Где? Вот. Блин, сука. Ты чё, ты делаешь? Ого, у тебя там склады в доме были внизу, ничего себе. Не трогай. Тихо, стоп. Ты даун, чё ты делаешь? Что ты делаешь? О, у тебя там батя орут, я слышу, они что, пидрасятся? Да. Я могу его сейчас сюда позвать. Нет, не надо. Я его зову. Ну давай, смотри, где-то в течение недели мы тогда с тобой встретимся. Давай. Я тебе кости посчитаю. Ну просто поговорим хотя бы с тобой. Мы не будем с тобой говорить. Ничего мы делать будем. Я просто выйду с битой и дам тебе пизды. И я тебя взад ее затолкаю, ладно? Да. То есть ты за... Фу! Давай, чувак. Стрела назначена. Кто там у тебя орёт? Если не придешь. Позови батей, позови сюда батей. Баба. Я сейчас компьютер разобью. Баба, ну не надо. Быстро вышел. Нет, не надо. Да. Быстро вышел. Не надо. Закройте этот рот своему сынку, внучку, не знаю, правнуку. Сейчас я тебе рот закрою. А ты кто такой вообще? Это... Педик, тихо. Так, короче, давай, выходи из компании, ты уже переиграл в эту сраку. Я твоего парня увел, чувак. Быстро вышел, я тебе сказал. Нет. Вот. В общем, на этом все. Кому понравилось, поставьте огромный палец вверх. Ну, батю я точно узнал. Школьника, я не знаю, у него что-то там, не знаю, он просто, не знаю, может кто-то сидел там рядом, не знаю, что-то как-то не так говорил, но, в общем, кому понравилось, поставьте огромный палец вверх, напишите в комментарии, ехать мне к нему или не ехать, я не знаю, к бате ехать, ну, адрес он мне сказал кинет, но я не знаю, посмотрю. В общем, как я сказал, лайк, подписка на канал, комментарий, с вами был я, Влад, поддержите меня в ВК, всем пока-пока.